Всем привет, меня зовут Альберт, вы на канале Travelin' RF. У меня есть очень хорошая новость для жителей Геленджика и, конечно, для тех людей, которые просто любят этот город. Многим известна, наверное, главная проблема Геленджика, связанная с плохой системой канализации. В связи с этим, с 2012 года в городе ведутся масштабные работы по ее модернизации. С этим связан известный мораторий на строительство новых жилых комплексов в городе. Оказывается, что с момента прокладки систем водоснабжения такие глобальные ремонтные работы проводятся впервые за 50 лет. На тот момент коммунальные сети были изношены уже на 75% и в современных реалиях уже не справлялись с нагрузкой. Что это? Это грязевой вулкан канализации. А, вот чем это не было. Это же грязевой вулкан. Нельзя купать его этих, значит. Мэр города Богатистов считает, что латать дыры бессмысленно, и с этим, я думаю, все согласны. Поэтому решили обновить инфраструктуру, так сказать, глобально. Этому проекту дали очень амбициозное название – «Чистая бухта». Считается, что реализация проекта позволит качественно улучшить обеспечение Геленджика коммунальной инфраструктурой и ресурсами. Сейчас, к счастью, реализуется третий этап этого проекта. Власти попытаются завершить активную фазу работ в жилом секторе до начала летнего курорта, что, на мой взгляд, прекрасно. Сегодня горожане могут увидеть большое количество строительной техники и ограждений, особенно в восточной части Геленджика. Это улица Красноармейская, перекрыта часть улиц Кирова и Новороссийская, что, конечно, очень неудобно для движения автомобилей. Но нужно потерпеть, ведь именно на данных улицах ведется значительное переустройство системы канализации. В итоге власти города планируют построить новые очистные сооружения на Тонком мысе и глубоководный выпуск нечистот протяженностью около 2 км. Кроме того, реконструируют городские коллекторы, модернизируют старые очистные сооружения и на Толстом мысе. Сейчас, кстати, очистные сооружения именно там и находятся. Местные жители того микрорайона говорят о неприятных запахах. К радости жителей и отдыхающих, которые часто в соцсетях жалуются на неприятный запах в бухте, ну кому приятен запах фекалий, правда? Так вот, выполнение всех намеченных работ позволяет заменить старые изношенные сети и увеличить надежность системы водоотведения на долгие годы. А нам остается надеяться, что все так и будет. Подписывайтесь на канал и до встречи на пляже Геленджика. Пока!